Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейший торт Париж-Брест из заварного теста. Внутри у него много очень вкусного творожно-сливочного крема. Вместе это потрясающее сочетание, при этом торт получился низкоуглеводным. Нам понадобится 60 грамм цельнозерновой рисовой муки. Может получиться и с другими видами муки, но по моему опыту из безглютеновых лучше всего подходит рисовая. Добавляем 2 грамма ксантановой камеди. Этот натуральный ингредиент поселился на кухне у многих моих подписчиков благодаря своим чудесным свойствам в ПП-рецептах. В данном рецепте камедь помогает заменить глютен. Если у вас ее нет, то можете выбрать другой рецепт теста. Например, из моих видео с рецептами эклеров. Ссылки оставлю в описании к этому видео. Тщательно перемешиваем муку с камедью. В сотейнике соединяем 150 грамм воды и 30 грамм любого жидкого масла. Желательно выбрать масло, устойчивое к нагреванию. У меня это масло ГИ. 1 четверть чайной ложки соли. Всыпаем сухие ингредиенты и тщательно размешиваем тесто. Отправляем его завариваться на средний огонь при постоянном помешивании. Выберите самую прочную лопатку, так как тесто становится плотным и тягучим. Наша задача максимально уварить тесто, избавить его от лишней жидкости и сделать его текстуру клейкой под воздействием температуры. Но при этом тесто не должно стать сухим комком, в который потом будет сложно вмешать яйцо. Примерно вот такая консистенция должна получиться. Перекладываем тесто в чашу. Добавляем одно яйцо. Тесто уже должно быть не слишком горячим. И перемешиваем его лопаткой или специальной насадкой для миксера которая предназначена для перемешивания, а не взбивания. Венчик здесь не подойдет. Добавляем в тесто яйца одно за другим. Каждый раз тщательно вымешиваем и отслеживаем консистенцию. Количество яиц может отличаться, так как густота уваренного теста у вас может быть другая, и яйца тоже у всех разные. Я добавила 2 яйца общим весом 120 грамм, и вижу, что тесто еще слишком густое. Оно не стекает с лопатки, а держится на ней единым комом. В моем случае можно спокойно добавлять еще одно крупное яйцо. Если вы не уверены, лучше добавлять третье яйцо не полностью, а по одной трети, чтобы чересчур не разжижить тесто. Также перемешиваем до однородности. Проверяем консистенцию лопаткой. Тесто должно понемногу стекать с лопатки, но при этом не растекаться и держать форму. До такой консистенции у меня ушло 3 крупных яйца, это 180 грамм. Вам может потребоваться больше или меньше. Перекладываем тесто в кондитерский мешок без насадки. На противень, застеленный антипригарным ковриком, отсаживаем круг из теста. Я нацеливаюсь на внешний диаметр 20 см. Выкладываем в несколько слоев все тесто без остатка. Если требуется, можно немного подправить форму круга с помощью лопатки. Сверху на тесте могут быть неровности. Это только добавит нашему торту изюминки. Смазываем поверхность желтком. И посыпаем миндальными лепестками. Вместо них могут быть дробленые орешки. Если где-то желток стек на коврик, вытираем салфеткой и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 1 час. Для крема нам понадобится 600 грамм творога. Очень важно, чтобы творог был свежайшим, приятным на вкус и не слишком жестким, чтобы его можно было хорошо измельчить. Отправляем творог в блендер. Все ингредиенты для крема должны быть не холодными. Добавляем 100 грамм молока, Вместо молока на самом деле может быть любая жидкость, например, натуральный сироп без сахара, мед или даже малиновый сок. Добавляем подсластитель. Если вы уже добавили сироп или мед, то подсластитель, скорее всего, не нужен. И 65 грамм сливочного масла комнатной температуры. Этот ингредиент придает крему приятный сливочный вкус, а также загущает его. Вместо него можно использовать кокосовое масло, масло ги, а также кокосовый урбеч. Вкус крема в каждом случае будет немного разный. Измельчаем все ингредиенты в блендере до максимальной однородности. Если требуется, собираем со стенок блендера лопаткой и измельчаем еще. При использовании ручного блендера для достижения такой консистенции, конечно, потребуется чуть больше усилий. Но все равно все получится. Для выкладывания крема я буду использовать кондитерский мешок с насадкой. У меня это закрытая звезда с шестью лепестками. Вставляю насадку в кондитерский мешок, мешок в высокий стакан и перекладываю крем. Храним крем в холодильнике до сборки торта. Достаем корж из духовки. Он очень хорошо подрумянился, его корочка стала плотной и хрустящей. Дожидаемся остывания. И аккуратно разрезаем корж длинным широким ножом. Внутри корж остается мягким и имеет множество полостей. Выкладываем крем по всей поверхности коржа. Я стараюсь придать крему красивый рисунок, особенно по внешнему и внутреннему краю. Сверху накрываем второй частью коржа. И аккуратно прижимаем, чтобы верхний корж хорошо соединился с кремом. Оставляем тортик немного застыть и пропитаться на несколько часов в холодильнике. Вот такой простой и красивый тортик получился. Мне кажется, он очень милый. Давайте его разрежем. У меня торт простоял в холодильнике всего 2 часа, и еще не полностью застыл, поэтому я режу аккуратно. Вот такой простой и красивый разрез. И это очень вкусно. Нежный сливочно-творожный крем и вкуснейший корж, хрустящий снаружи и мягкий внутри. Вместе это большой и красивый профитроль с потрясающим нежным творожным кремом. Для меня это вкуснейшее сочетание. Спасибо за лайк. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!